Жители 1-го, 2-го, 3-го и 8-го микрорайонов города Одинцово, а также части Гусарской Баллады неоднократно жаловались. Из кранов течет ржавая вода. Причина – устаревший водозаборный узел номер 1. Реконструкция объекта началась летом. При этом ВЗУ продолжает функционировать. Работы проводят поэтапно. Подрядчик идет с значительным опережением срока. Закуплено больше 80% оборудования. Идет монтаж необходимых корпусов для дальнейшей работы объекта. Все и по качеству, по срокам нас устраивает. В рамках реконструкции на объекте появится станция фильтрации, которая будет очищать артезианскую воду. Сейчас здесь работают 37 человек и 4 единицы техники. Регулярно будем приезжать и на ВЗУ, и на котельную, контролировать лично, потому что это одни из важнейших объектов коммунального хозяйства города Одинцово. И при всех, как я уже сказал, отчетах и совещаниях, и видеоконференциях, все-таки личное участие и нахождение на стройплощадке и в тонусе держит, безусловно, подрядная организация. Ну и сам я уже не сомневаюсь в том, что все идет по графику. Готовность объекта 25%. По плану работы должны завершиться до конца года. Но если строителям удастся сохранить темп, это произойдет раньше. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».